поближе чуть-чуть. Да, а куда? Ну, тут он же ножкой упирается. Так, друзья, еще раз сейчас всем привет. Вот. Продолжение следует нашего прямого эфира. Вот. Очень много вопросов просто писали конкретно моей маме, вот, и мне. А поэтому моя мама решила с вами поболтать. Давайте ей вот порадуем Ольгу Васильевну, поболтаем с ней. Ольга Ивановна, вы супер, понятно, Ольга Ивановна? Спасибо, спасибо. Только это Ольга Васильевна. Здравствуйте. Вот, на. Ириска какая, здравствуйте, моя хорошая. Так, ой, привет. Привет, вы осень. Владикавказ, привет. Ура, так, вот. Ольга Ивановна, у вас такая длинная коса. Ольга Васильевна, она, вот так, кто-то попросил. Как здоровье? Вот. Ну, будем считать, что лучше, более-менее сейчас нормально. Ольга Васильевна, вы очень хорошая, здоровья вам большого. Спасибо. Ольга Васильевна, вы чудо. Ну, так. не такое уж чудо, ну, нормальная женщина. Ты бываешь во Владикавказе? Я был, ну, несколько месяцев назад, я был там. Так, Ольга Васильевна, у вас такая длинная коса, так красиво. Да, да, вот. Стараемся. Мама у меня, да, отращивает волосы, она хочет это. Там Оксана, кстати, появилась. У нас подруга нашей семьи, она занимается наращиванием волос, и мама просто отращивает, чтобы потом хачик и продать подороже. Да. Ольга Васильевна, хорошо выглядите. Вы прикольная мама, да. Когда в Зеленокумск? Блин, хз, не знаю пока. Как у вас дела? Вы сломали руку? Ну, я раньше ломала еще на доме 2, а потом пошли вот, так сказать, процессы сильные. Там с нервом, с сухожилием. Ну, сейчас идет процесс лечения. Так, здоровья вам. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте, друзья. Очень любим вас. Спасибо, я тоже вас всех люблю. У меня мама, видите, она перед прямым эфиром губки накрасила, косу заплела. Вот. Так, блин, так хочется на самом деле съездить в Москву, но сейчас пока нету возможности. Спасибо за то, чтобы я берегла себя. Вы тоже себя берегите. Сейчас всем надо беречь свое здоровье. Кстати, знаете, что хотел вот вас спросить? А вы мне дайте, пожалуйста, обратную связь. Все вы прекрасно, наверное, знаете, что моя мама очень вкусно готовит много разных блюд. Значит, смотрите, я маме говорю, мам, я говорю, тебе надо создать свою рубрику кулинарии. Вот вам была бы интересна такая рубрика, чтобы смотреть, как мама что готовит? Ну, мы вот спрашиваем. Да подожди, я спросил, да, дайте, пожалуйста, обратную связь. Хотели бы, чтобы я вместе с мамой вел такую рубрику? Или на ее, например, странице, или на моей странице. Так, привет из Эстонии, Ольга Васильевна, вы замечательная мама, Саша, тебя очень повезло с родителями. Короче, дай бог здоровья вашей замечательной и дружной семье, спасибо большое. Была в Таллине, очень люблю прибалтийские города. Когда-то, когда была студентка в Москве, мы на субботу, на воскресенье всегда уезжали то в Ригу, то в Вильнюс, то в Таллин. Хорошие были времена. Вот кто-то меня спросил, где вы учились, ну я первый институт закончила в Челябинске, а второй в Москве. А в Москве-то какой окончила? Инженерно-педагогический институт. Кстати, Богдан Линчук, который был на Доме 2, мы с ним в одном институте учились. А, да? А он там имени кого-то или что? Горячкина. Институт имени Горячкина. Вот. Так что. У мамы, кстати, 2 высших образования. Так, на секундочку. У меня тоже есть образование. Кстати, вот спрашивайте меня про образование. У меня, между прочим, красный диплом. Вот. Самый такой, что ни на есть красный. Так, да, конечно, видишь, говорят. Так, сейчас поезжи. Вы очень приятный человек. Да, супер. Я за рубрику. Мам, вот ну давай реально ввести рубрику. Когда вот что ты. Рука, когда у меня. Так а ты мне говоришь, что надо делать, например. Мы будем снимать. Ты будешь там говорить, что куда посолить, как что приготовить. Только там. Ты меня слушай, а то ты и так это. Мама, я сам знаю, мам, я знаю.
Нет, это я когда себе... Понимаете, в чем фишка, да? Вот, ну, знаете же, что у меня идет марафон по похудению. Я сейчас снимаю, еще доснимаю некоторые видеоролики для того, чтобы потом у себя в марафоне, ну, как бы выставлять, показывать, что я готовлю там по правильному питанию. Ну, то есть именно конкретно по диете, да, там... И мама мне начинает советовать. И я ей говорю, я в твои блюда не лезу. Кстати, когда я была на Доме 2, то я вела рубрику на канале ТНТ. Готовим кавказские блюда. Вот. Видите как? Мы даже, наверное, давай-ка мы прямой эфир, в прямом эфире проведем, как, что, какое блюдо готовить. И давайте так, смотрите. На выбор три блюда. Что вот приготовить? Первое – хинкали, как мама готовит. Второе – сациви. И третье – какое еще блюдо? Хали можно. Ну, давай чего-нибудь уже из русского тогда. Из русского? Пирожки, как пух. Вот, может... Не, а давай вот эти, которые ты сладкие делаешь, эти всякие там, ну, булочки. Ну, булочки. Ну, можно. Всякие вот эти вот штучки. Вот, можно сделать. Из Татарстана всем привет. Ой, мой Татарстан, набережные Челны, это мое такое, после института я там работала, на КамАЗе. Вот. Завод КамАЗ. Да, это, в управлении главного конструктора, у меня там дочка родилась, Ирина. Вот. А, кстати, вот расскажи, что ты вообще сделала на заводе КамАЗ. Мне надо буду говорить, Саш, давай, это слишком много. Ладно, у меня... Да. О, остинские пироги можно приготовить, да, показать тоже рецепт. Мне кажется, вообще людям, ну, это будет интересно. Вот, да? Да. Очень будет интересно поучиться готовить у Ольги Васильевны. Вот. Давай, с завтрашнего дня мы не, начнем. Не, не завтрашнего. А почему? Не, нет. Хотя бы через неделю, потому что мне некогда. Я еще неделю лечения буду. Мне некогда, Саша. Ну, домой приходишь, будешь говорить мне, как что делать. Не, ну, потом договоримся. Харьков с вами. Вы знаете, что я жил в Харькове какое-то время на Салтовке возле класса. Вот. Да, видишь, я знаю. Так что, ну, люди ждут, блин, хочется рецепты и все остальное. Ладно, я тогда сначала допроведу свой второй марафон со своими блюдами, вкусностями, все остальное. Кстати, я сегодня готовил бурый рис с овощами, с зеленью, вот, со всякими вкусностями и с рыбой. Вот. Так. Лучше поспрашивайте еще вот про личную жизнь. Мне так хочется по Сашину личную жизнь обсудить. Да. Сегодня его девушек, которые были. Зачем вот тебя обсуждать, мою личную жизнь, про моих девушек? Хочу, чтобы ему девушка хорошая попалась. О, сколько вопросов, так. Привет, Искрема. Ну вон, поотвечай тогда на вопросы. Хачапури по-аджарски, да, тоже. Где, Саш, планируешь жить, в Пятигорске или в Москве? Вообще, честно вам сказать, я из Лермонтова не хочу уезжать вообще. Мне очень нравится здесь природа наша. Мне нравится наш климат. Во, нет. Надя к нам подключилась. Да, нет, пусть Ляна вернет. Ляна это уже, как говорится, в прошлом. Вот, у них пускай лучше будут хорошие отношения, потому что у них есть сын. Самое главное. Саша загорелый. Нет, я... Кстати, заметили, как у меня после микротоков лицо, ну, на самом деле, меняется? Там идет лифтинг, ну, короче, как-то он мне объяснял, я забыл, лифтинг, подтяжка там, ну, всякое такое, короче, сужение поров, вот, ну, омоложение. На самом деле, очень крутая штука, я вообще прям рекомендую. Наденька, привет! Вы Надюша, супер. Когда ты с дочками к нам в гости приедешь? Так, подожди, так. Саша, передай в Керчь привет. Керчь привет. Передаю прям в Керчь привет. Да, я из набережных Челнов, Ольга Васильевна. Саша меня знает, я не я. Таня Мясникова, Галя Довгань, мои коллеги по работе. Вот. Кто из бывших девушек Саши вам нравился больше всех? Давай, признавайся в любви сейчас. Я даже знаю сейчас, про кого она будет говорить. Мне очень нравилась, между прочим, Надя из Красноярска. Просто знаете что? Ну, я не буду ничего плохого говорить про тех девушек, которые были. Ну, как современные девушки, которым очень мало лет, они просто хотели... Саши, чтобы он материально их содержал. Он их содержал.
очень хорошо содержал, покупал дорогие подарки, покупал, возил на моря, как говорится, туда-сюда. Вот, но когда девушки меркантильные, то ничего хорошего не будет. А вот, допустим, он когда уехал в Красноярск, был несколько месяцев в Красноярске, познакомился с Надей, потом она приезжала в Москву. Он жил у Нади. Да, Надя очень серьезная девушка, она самодостаточная, она очень хорошо влияла на Сашу. Красивая. Она красивая, дочечка ее Машенька, сейчас еще Любанечка есть. Это просто моя душа. И я просто хотела бы, если уж не Надя, то хотя бы такая, как Надя, попалась бы ему по жизни. Ольга Васильевна, отлично выглядите, улыбка ваша. Вот это Надя тебе пишет. Да, спасибо, Надюш. Да, у меня, кстати, мама с Надей общаются до сих пор. Наверное, больше, чем я с ней общаюсь. Вот. Мне кажется, у меня мама Надю больше, чем меня любит. Саша, у тебя есть девушка? Нет, у меня девушки нет. Вот. Я вам так скажу. Вот. Все будет у Саши со временем. Да, не надо возвращать никого, кроме Нади. Кроме Нади. Выглядишь четко, бро, спасибо. Ну, про руку я уже объясняла. Это была старая травма, еще с дома 2. Просто пошло сильное воспаление, там надорвано сухожилие. Нервотоки. В общем, короче говоря, сейчас провожу лечение, но хоть боли исчезли, уже такие сильные. Надо, знаешь, этот, когда ну, я сохраню этот Сашка, какой был на доме 2, такой и остался. Мне, кстати, многие пишут, что я как-то не особо сильно меняюсь. Этот самый, надо будет, знаешь, короче, написать: вы ждали, вы просили, и мы вернулись. Саша, ты красивый, спасибо большое. Не нужна Аляна. ОВ, а какой у вас конфликт был с Агибаловой? Почему вы так не взлюбили друг друга? У меня изначально никакого конфликта с Ириной Александровной не было. Когда у нее были очень плохие дела, когда ее там обвинял и Самсонов, и еще кто там еще. Ну, в общем, всякие разные дела, я ее поддерживала. У нее мама болела, я их приглашала в гости. Но потом, когда у нас... Ну, конфликт с Агибаловой получился из-за Аляны. Она начала меня обвинять в всяких плохих делах. Ирина Александровна, я не понимала ее. И поэтому мне очень неприятно было, и я не хочу даже о ней разговаривать. Сейчас говорят, она болеет, пусть она выздоравливает тоже. Давайте Надю в эфир. О, кстати, да, ходите Надю в эфир. Давайте Надю в эфир. А ну, Надь, ты здесь еще? Давай этот, кидай запрос. Ответ, чем Greenway лучше, чем NL. Вот, я могу прям с удовольствием ответить. Смотрите, NL крутейшая компания. Мне прям очень нравится, все круто. Greenway такая же крутая компания. То есть они одинаково крутые компании. Но в NL сейчас нет автобонуса, в Greenway он есть. Мне в Greenway, ну, как бы активация проще, да, там, и, ну, больше, так скажем, людей, с кем я занимался, ну, то есть общался, занимался, там, ну, занимался, и поэтому я ушел в Greenway. Вот. Выпиваешь? Нет, друзья, я уже давно решил для себя, что я и алкоголь, это вещи уже сейчас в моем возрасте несовместимы. В моем возрасте так звучит, как в старом. Да, это радует. Ну, как бы, да. Все, я вообще потихоньку перехожу на абсолютно здоровый образ жизни, на здоровое питание. Сейчас вот, ну, как бы хочу в спорт вернуться обратно. Хватит же, так, не покачать, что-то непонятно, опечатки. Так, подрастем еще. Так, ну-ка давай, подожди, посмотрим. Это нет. Так, а я сейчас вот к ней постучусь. А ну, Надь, ты здесь? Давай. Меня можно видеть? Сколько лет тебе? Мне через полгода исполнится ровно 40 лет. Ну, участок он уже давно продал, когда мы в Наро-Фоминск переезжали. А в Чехове-то, да. Так. Да ладно, что с НЛ у тебя толку не было? Нет, и, почему? У меня еще в НЛ... какой толк был. Конечно, у меня да. И МЕРС был, ЦЭшка, в АМГ пакете я забрал, и чек был, и квалификация, ну как бы и все такое. И зарплата хорошая была. Да.
Сашка, ты раньше был неплохой, еще лучше сейчас, хорошо выглядишь. Привет из Беларуси. Кстати, я был недавно в Беларуси, в двух городах выступал. Вот, был, короче, ну, на открытии клуба. Офигеть, я 25 лет дала. Кстати, между прочим, я не пользуюсь фильтрами. Ни в сторисах, ни, ну, как бы, ни в прямом эфире, нигде. Так. Так. А где Надя? Что ты отклонила? Давай, заходи, Вот, подключайся к нам. Саша, если бы вот когда мы были последний раз на Доме 2, когда нас пригласили, я хочу сказать, что если бы не Саша, он взрывной характер, да, и если бы я немножко повела себя по-другому, может быть, мы бы там и остались, хотя бы немножко, как говорится, получилось что-то. Но он был слишком влюблен в Машу, и Чем здесь Маша? я не могла, нет, были конфликты с ребятами, ну, в общем, короче говоря, конфликты были, Саша повелся очень, так сказать, он хотел правду, ему не дали эту правду говорить, я, наоборот, хотела сказать правду, но я не стала правду говорить про их отношения, потому что всегда на меня вешали ярлык, что вот, Ольга сильно мешает Сашным отношениям. Я говорила, Саша и Маша – это отдельная история. Вот если они любят друг друга, пусть любят. Если расстанутся, это будет не моя вина, поэтому я не вмешивалась. Но а мне надо было все-таки, наверное, тогда правду сказать, нравится мне эта девочка или не нравится. Вот. И я просто понадеялась, что они сами разберутся. Я думаю, я правильно сделала, что не стала вмешиваться. Поэтому я ушла с проекта, чтобы мне... Если бы я начала вмешиваться, конечно, Да, по-другому было бы. мам, ну тема Дома 2, она для меня стала закрыта. Ну, Да. давайте вот я вам хорошо, давайте я вам откровенно честно скажу. Я не могу находиться в окружении людей, которые употребляют наркотики. Вот все, давайте вот так вот. Я уже прям открыто скажу, прям потому что это так и есть. Вот. Походу Казахстану привета не будет. Казахстан, огромный-огромный тебе привет. Да, дочки у меня очень красивые. Да, у меня, кстати, сестре тоже не дают ее возраст. С Жариковой общаешься. Кстати, да, я с ней иногда переписываюсь. Знаете, что я вам хочу сказать? Дети очень сильно меняют некоторых людей. Я вот вам серьезно скажу, у нее прям и мышление как-то поменялось, потому что она вдвоем с ребенком, и она прекрасная мать. Но она хозяйственная всегда была, на самом деле, что тут греха таит. Она очень педантичная, она очень, как эти люди, перфекционист она. А ей надо, чтобы все аккуратненько было, все. И она отличная мама, у нее замечательная дочка, я за нее рад, она большая, молодец. Вот. Все мы как бы совершаем ошибки, и всякое у нас бывает, но тем не менее. Саша повел себя просто искренне, защищал Машу. А я не могу себя вести неискренне, понимаете? То есть, ну, у меня нету такого, чтобы мне сказали, что делать или что говорить. И я такой шел и что-то делал, что-то говорил. Но вы, когда Саша был с Ильяной, это огонь. Мама краше. Маша это самый неудачный выбор. Да не, Это ну, точно, да не, ну, это мам, точно, хватит, точно. хорош, блин. Все, все. Да вам можно было, на Доме 2, там не хватает таких мужчин, как Саша. Да я правда, и вот, ну все, для меня история с Домом 2, она честно, она закрыта. Мне кажется, что Дом 2 это уже в прошлом, и надо идти вперед, бро. Да я, ну как бы, 100% согласен. Сколько бабла оплатили с проекта? Ну, можно я не буду на этот вопрос отвечать, но я вам честно скажу, мало. С Черкасом общаешься? Да, общаемся. Так. Привет из Германии, вас было очень интересно смотреть на Доме 2. Ого, видишь, даже да. Да. Как Аляна вас обижала, я помню Я уже тоже. не помню Да. этого. Привет из Липецка, блин, Липецку огромный привет. Вот буквально год назад, меньше был там, в Ельце. Мы там снимали дом 3 на минималках. Не понял вообще вопрос. Майя выгнали за наркотики. Я не знаю, за что выгнали Майя. Я помню, он сам как бы уходил. Офигеть про Дом 2. Ну да. Ну как вы думаете, Глеб уехал? По какой причине обратно на реабилитацию?
Саша, организаторы Дома-2 как позволяют такое? Ну, они как бы проводят эти, то есть сдают анализы ребята, ну, как бы руководство прямо говорит, что вы как-то, ну, мы знаем, что вы употребляете, ну, как бы, ну, 30%. Ну, я знаю, что они всегда против. Они говорят, что мы знаем, что вы употребляете, но как бы этот, вы научились как-то обходить эти, как его, анализы, вот. Из Мариэл, привет. Так. С Краснодара тоже большой привет. Катюхе с Харькова, плиз хай. Катюха с Харькова, хай. Да, Наташа из Липецка, я узнала. Большой-большой вам привет и здоровья, и счастья. Что там? Про Ермакова, ну, вообще Ермакова ничего не хочу отвечать. Ермакова я не буду отвечать, тоже да. говорить, да. Молодец, Саша. Так, в Челябинске, тут много красивых девушек, тем более здесь был, да, тем более я там был, был я там. Ну, у меня там дочка живет, внуки там живут. Саша на Доме-2 самый лучший романтик за всю историю, спасибо большое. Ладно, друзья, наверное, на этом попрощаемся, вот, уже, правда, долго, ну, ведем прямой эфир, и первый проводили. Все же второе, уже получается два эфира, больше часа. Вот. Всех вам, вас любим. Всем чмоки-чмоки. Вот, Саша, мама надо иногда слушаться. Слушается, слушается. Все, друзья. Больше, вас... больше малолеток не будет находить. Да откуда ты знаешь? А между прочим, Надя, она тоже очень молодая. Нет, ну она молодая, но ей не, не 15, не 18, не 19 Все, лет. Вот. Ладно, друзья. Друзья, всех любим, всем, всех целуем, всем пока.